Всем привет! Это обзор второй серии шоу «Холостяк», 9 сезон, Украина. В начале серии показали, как девушки заселились в дом. В доме их ждал сюрприз – кексы с комплиментами. Каждая взяла кекс с теми словами, которые подходили ей больше всего. Оля – самая сексуальная. Марина – самая деловая. Каролина – самая смелая. Лиля – самая застенчивая. София – самая искренняя. Еще девушки искали приглашение на свидание, но не нашли. А все потому, что Никита уже отправился на свидание с Юлей и Настей. Но они-то этого не знали. Свидание было в Египте, началось на яхте. Никита одел шорты, которые ему подарила Юля. Одел он их ради Юли, так как он такие шорты не носит. Никита предложил девушкам понырять, заняться дайвингом. Юля отказалась, тем самым позволила побыть Никите и Насте вдвоем. Но потом и Юля поныряла с Никитой, но в масках. На свидании Юля вела себя и говорила неестественно. Мне показалось, что она пришла на проект не за любовью, а чтобы разрекламировать себя. Никите Юле нравится и нравится сильно. Но Юлю с Розой Никит отправил к другим участницам, а Аю с Настей решил провести еще один день. Между тем, ведущим вручил Оле подарок от Никиты. Другие участницы готовы были разорвать Олю, как пиранье кусок свежего мяса. А Оля даже не сказала девочкам, что именно холостяк ей подарил, тем самым усилив их волнение. А Никита подарил Оле телефон. Юля приехала в дом, где уже жили другие участницы. Конечно, этому никто не был рад. Ну, а у Насти с Никитой свидание продолжилось, Никита решил сменить страну. Что-то мне кажется, что Настя будет финалисткой, если не победительницей. В начале первой серии Никита сказал, что ему нужна нежная и добрая девушка. В этой серии он назвал Настю нежной и доброй. Розу он решил ей дать на церемонии роз, чтобы она не подумала, что розу она получила из жалости. У Каролины был день рождения, и Никита пригласил ее на свидание в Египет. Он встретил ее с цветами, отвез в отель, подарил подарок – тунику. Далее они пошли в спа-салон, там, помимо всего прочего, он сделал ей массаж. Они много раз обнимались и много раз целовали друг друга, то в щеку, то в лоб. Каролина – девушка-магнит. А в то время в дом приехала Настя, отчего другие участницы были в шоке. Юля, которая чувствовала себя королевой, мягко говоря, расстроилась. А Никита с Каролиной пили шампанское, общались, он подарил ей розы пустыни. На церемонии роз ушли Оля, которая супер-женщина, и Лиза, которая папина дочка. Абсолютно мудрое и обоснованное решение. Я уже догадываюсь, кто выиграет проект. А вы? Пишите свое мнение. Подписывайтесь на канал. До скорого!